Привет! Давай с тобой соберем робота Экороба. Для начала разложи детали у себя на столе так же, как у меня, чтобы тебе было удобнее собирать. Первое, что тебе потребуется, это зеленый прямоугольник. Затем возьми зеленый маленький квадратик и прикрепи его вот так, снизу посередине. В немецком парке динозавров все аттракционы обслуживают роботы-консультанты. А ты знал об этом? Затем возьми большой прямоугольник зеленого цвета и прикрепи его вот так, снизу квадратика. После чего возьми высокую деталь зеленого цвета с двумя отверстиями и прикрепи ее с краю предыдущего прямоугольника. Теперь возьми гладкий зеленый прямоугольник с креплением посередине сверху. Его следует прикрепить снизу всей этой конструкции, точно так же, как у меня. Отлично! Теперь возьми вот такую черную деталь. Ее необходимо продеть через вот это зеленое отверстие. Вот что получается. Отличная работа! Теперь возьми зеленый квадратик с крючком сбоку и прикрепи его в этом месте. После чего необходимо взять еще один точно такой же квадратик и прикрепить его с противоположной стороны. Теперь возьми высокую зеленую деталь с боковым креплением, а также ступенькой снизу. Ее необходимо поставить вот тут. Теперь возьми зеленый квадратик с креплением, смотрящим наверх. А также зеленый кружок с отверстием. Его необходимо вот так прикрепить. Всю эту конструкцию следует разместить вот здесь, посередине, между этими зелеными квадратиками. Теперь возьми ярко-зеленый прямоугольник и прикрепи его сверху. Только представь, на свете есть робот-чемодан. Он действительно выглядит как чемодан на колесиках, и в него можно сложить вещи. Этот робот запрограммирован так, чтобы везде следовать за своим хозяином. Например, по многолюдному аэропорту или вокзалу. Затем возьми серую решетку и прикрепи ее здесь. После чего возьми гладкий синий кружок. Его следует поставить рядом с решеткой. Затем возьми ярко-зеленый скос, обрезанный снизу, и прикрепи в этом месте. Затем возьми обычный зеленый скос и поставь его рядом. У тебя хорошо получается. Теперь возьми ярко-зеленый скос, обрезанный снизу, но вот в эту сторону. Его следует прикрепить здесь. После этого возьми гладкий ярко-зеленый квадратик и прикрепи его вот в этой части конструкции. Теперь возьми вот такую черную деталь с тремя отверстиями. Ее необходимо продеть через черную круглую деталь, вот так посередине. Вторую точно такую же черную деталь нужно продеть посередине, точно так же. Между прочим, существуют роботы-инструкторы, которые учат заниматься йогой и фитнесом. Возьми зеленый прямоугольник, а также ярко-зеленый квадратик с креплением сбоку. Его следует прикрепить вот так. Теперь возьми точно такую же ярко-зеленую деталь и прикрепи ее рядом. Обрати внимание, то, что боковые крепления смотрят в разные стороны. Теперь возьми такой же ярко-зеленый квадратик с креплением сбоку и прикрепи его следующим образом. Вторую точно такую же деталь следует присоединить рядом. Теперь возьми маленький ярко-зеленый скос и прикрепи его поверх всей этой конструкции. Далее следует взять точно такой же ярко-зеленый маленький скос и прикрепить его рядом.
Это будет голова твоего робота. Теперь возьми маленький зеленый квадратик и прикрепи его вот здесь сбоку. То же самое следует сделать и с другой стороны. Также прикрепи зеленый квадратик вот в этом месте. Отлично! Теперь возьми ярко-зеленый скос, обрезанный вот в эту сторону, и прикрепи его с этой стороны. Второй скос, но обрезанный в другую сторону, следует присоединить с другой стороны головы робота. Теперь перейдем к глазам. Для этого возьми вот такую черную круглую деталь и прикрепи ее в этом месте спереди. Отлично! Робот почти готов. Давай перекрепим голову к туловищу робота. Осталось сделать руки. Для этого возьми серый квадратик с крючком сбоку, а также зеленую деталь с перекладиной. Эти детали необходимо скрепить вместе. Вот что получилось. Первая рука робота готова. Сделаем вторую точно так же. Возьми серый квадратик с крючком, а также зеленую деталь с перекладиной и соедини их вместе. Теперь руки можно прикрепить к роботу с помощью вот этой зеленой перекладины и крючка на туловище робота. Первая рука прикреплена, давай перекрепим вторую. Вторая тоже готова. Отлично! Посмотри, какой классный робот у тебя получился!